Спасатели МЧС должны быть готовы в любой момент оказать самую сложную помощь, в том числе и по эвакуации раненого человека из русла реки. Наш регион славится разновидностями спас-работ. Это работа в море, в горах, в труднодоступных местах леса. И именно поэтому мы проводим частенько тренировки для этого всего. Сегодня для 30 сотрудников, в основном молодых, недавно пришедших в отряд, состоялись тренировки по спуску с вертолета на веревке и подъему пострадавшего на лебедке. Такие занятия в отряде проводят раз в квартал.